Здравствуйте, уважаемые зрители! Это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такой маленький отскок за последние 24 часа. Но в целом я бы сказал, что цены на ключевые криптовалюты в последние 2-3 недели консолидируются. И я хочу сказать, что сегодня я проанализирую ценовой график Cardano, потому что достаточно интересная криптовалюта, которая в топ-10, и на самом деле я давно ее не анализировал. Плюс меня попросили 2-3 дня назад проанализировать Cardano, так что я сегодня анализирую Cardano. Итак, переходим к графику. Вот он график. Cardano зафиксировал текущий рост в последние месяцы, мы это хорошо знаем, текущая цена $1.19. Переходим, конечно, к свечному графику, однако я возьму Kraken Binance, потому что вот эта свеча с этим большим щипом вниз, это достаточно, или Coinbase, достаточно сомнительная, которая практически не существует. Соответственно, давайте мы вот это возьмем и начинаем технический анализ, графический, свечной на разных таймфреймах, начиная с месячного таймфрейма. Итак, вот они последние свечи. Давайте уберу все вот эти лишние элементы. Вот они практически последние свечи. И мы здесь видим, что был мощный рост. Практически цена Cardano, она протестировала на этом графике предыдущую вершину 2017 года. Здесь, конечно, хочу сразу сказать, что бычьи свечи, у которых локальные минимумы повышаются, также локальные максимумы, это бычий сигнал. Однако последняя свеча, которая формируется сейчас за месяц марта, до конца месяца еще 3-4 дня, имеет маленькое медвежье тело, и она не смогла обновить предыдущую вершину, то есть вершину предыдущего месяца. Это в известной степени говорит о медвежьем сигнале. Однако, если посмотреть на эту свечу, а ее тело находится в верхней части тела предыдущей мощной бычьей свечи. Плюс ее локальный минимум значительно выше предыдущих локальных минимумов. Поэтому, на мой взгляд, это просто говорит, что после сильного роста на данный момент сформировалась консолидация. Тут нет ничего медвежьего. На weekly то же самое. Мощный рост, вот они, мощные бычьи свечи, у которых практически локальные минимумы повышались, также и максимумы. Здесь, однако, наступила остановка, однако здесь не было медвежьего поглощения. Свеча имеет медвежье тело, которое осталось внутри бычьего тела, также локальный минимум не смог опуститься ниже предыдущего. То есть здесь наступила некая консолидация, видно, что вот эта зеленая свеча или бычья свеча, она поглотила тело маленькой медвежьей свечи. Сейчас формируется long leg dodge, то есть dodge с длинными ногами. Все вот эти последние свечи, можно сказать, идут в бок, и вершины практически зигзагами идут в бок, тоже и по поводу их впадин, то есть идет консолидация. На weekly сразу понятно, что это консолидация. Дневной таймфрейм. Вы знаете, здесь простым глазом видно, что идет консолидация. Вот она практически, эта консолидация. Плюс если кликнуть на линейный график, видно, что вот эти вершины условно на одном уровне. Также и последние впадины. То есть вот она практически, эта консолидация после сильного практически роста. График после сильного роста зашел в консолидацию. Итак, давайте вернемся к свечному графику. Вот она консолидация. С целью хочу добавить и скользящие средние, то есть moving averages, moving average. Возьмем 30-дневную и 90-дневную на дневном таймфрейме. И давайте посмотрим, что они нам показывают. То есть это 30-дневная скользящая средняя. Вот она 30-дневная. И, соответственно, берем также и 90-дневную скользящую среднюю, то есть трехмесячную. Так, вот они практически эти две скользящие средние. Сразу видно, что они идут в бок. На данный момент, получается, график консолидируется по 30-дневной скользящей средней. То есть, без сомнений, это некая поддержка. Даже если будут падения, потом график будет подтягиваться к этой скользящей средней. А самая большая поддержка — это 90-дневная или трехмесячная. Там примерно 73 цента. Сейчас что хочу сказать, то есть на данный момент все говорит о том, что идет консолидация после сильного роста. Убираю вот эти элементы. Сейчас что хочу показать.
Если перейти к линейному графику, то есть еще один раз, все равно эти впадины, хотя идет консолидация, они видно, что повышаются. То же самое и с вершинами на линейном графике. То есть это очищенный график, где мы убираем волатильность. Все это говорит о том, что может быть эта консолидация бычья, и после этой консолидации возобновится рост. То есть сильный рост, который был, зашел в фазу консолидации, после которой рано или поздно, скорее всего, все выглядит так, что график пойдет вверх, на мой взгляд. Даже если перейти на 4-часовой таймфрейм, здесь хорошо видно, что вот эти впадины, они здесь повышаются. Так что мое видение таково. График Cardano на данный момент на всех ключевых таймфреймах консолидируется. Однако выглядит так, что вероятность того, что после консолидации график снова пойдет вверх, достаточно, вероятность достаточно высокая. Это мое видение. Друзья, у меня на этом все по графике Cardano. Если у вас есть ваше видение, поделитесь в качестве взглядом ниже этого видео, в качестве комментария, то есть поделитесь вашим взглядом. Я вам, конечно, всем желаю удачи на финансовых рынках. Приятных выходных. На первом месте здоровье и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCryptSpark.